сегодня добавляла земли в свои петунии. Они у меня очень сильно привяли. Я их сильно вялые в другое место перенесла. А вот эти здесь. Стараюсь им создать тенек. Я их еще с дуру подкормила. А в жару они не любят подкормки. Им тяжело это все воспринимать. Вот. Ромашка зацвела буйным цветом. Вот вторая плечистая. Да. Да. Вот. Надо вон тот сучок. На клубнике лежит. Веревку взять, его повыше поднять. И вот эти розы тоже все начали цвести. Вот это чайно-гибридная, как я ее покупала. Я ее сажала, она пошла в дикарку. Пошла в дикарку. Я ее начеренковала хороших, от хороших веток. И слава богу, она мне зачеренковалась отлично. Вот несколько кустиков получилось. Травище здесь, конечно. Все надо выдирать. Вот еще чайно-гибридная вот эта. А это розочка. Это мне подарили ее. Вишня отваливается тоже. Вроде крупненькая, смотришь, краснеет, краснеет, высыхает. И тоже отваливается. И сегодня в парнике дынь верхушки подкусывала. Не знаю, как их выращивать. Написано подкусывать только середину. А они как пошли у меня расти. И муж давай их подвязывать на веревке тоже. И говорит, сколько можно, когда их прищипывать хоть. Они, говорит, лезут и лезут. Вон. Вот это они. Лезут и лезут. Пока он только один подвязал. Не, по-моему, сейчас я зайду. Второй, наверное, подвязал. Ой. В общем, что видела? Верхушки откусила. Да, и второй подвязал. Вот. Сколько ведь можно? Завязи есть, но они, конечно, еще цветут. Отцветут они еще могут отвалиться. Ну, посмотрим. Вот одни туда ползут, а те сюда ползут. Перец вон тут упал. Я его не подвязывала. На нем три перчина здоровых. Конечно, он упал. Перца много. На всех кустах. А, сгорели перцы, ребят. Перцы сгорели. Вот. Раз перец сгорел. Этот нет, а это сгорел. Так, сейчас я немножко. Вот, видите, белый. Это он сгорел. Вот там они друг на дружке сидят. Угу. Горят, горят перцы от температуры тоже. Вот это вот Рамира. А за Рамира белозерку уже мы ели. Вон они, белозерки. Так, огурцы я ему сказала раз в день снимай. А то мне, говорю, их девать некуда. Так, хоть крупные, хоть курам отдать. А что, говорю, ты мелочи собираешь? И жалко курам вроде. Сегодня уже четвертый раз малосолила. Свежие. Ну, съедим мы по два огурца. Ну, что это?
Зато малосольные доели. Вот эти завтра все нальются и будут огромные. О, что делается? Двойной. Нижние пасынки идут, но он их обкусывает. Не дает им во все стороны тянуться. Вот, а со стволика вот эти большие завтра снимет. Так. Так, капусту я здесь не пролезу, конечно, с больной ногой. Посмотреть надо и капусту тоже. Так. Надо мне... У меня 4 капустины оставалось. Я вчера их посадила. Надо идти за водой. Вот они. Хоть куром на ботву. Вот вчера обильно поливала, сегодня все сухо. Все сухо. Вот этот огурец в открытом грунте. Зазули. У меня 2 в открытом грунте и 2 зазули. Эти лилии скоро распустятся. Под грушей скосили колокольчики и всякие тут луковичные и трава. Все покосили. Все моментально высохло. А здесь тень за домом. После обеда здесь тень. Вот этой клубники ремонтантной, конечно, здесь плохо. Я ее перенесу с комом земли, но это уже осенью. А вот дельфиниум расцвел. Он еще один тоже будет цвести. Ну и засилье колокольчика у нас везде. Вот лихнис зацвел. Как гвоздички. Муж здесь траву рвал. Думал, вот этот луговой цветок обдерет, не оставил. Я ему ничего не сказала, говорю. Как хочешь, говорю. Оставил он его. А это золотарник. Тоже бы надо немножко оставить, а эти бы убрать. Ну уж теперь ладно.